Всем привет! Распаковываем очередные посылочки с AliExpress. Здесь должно быть все для собаки моей. Вот такую сумочку упакованы. Пишет размер М. Так, вот такие. На липучке затягивается и зажимается. Примерим, посмотрим. Примерка — это самое интересное, как привыкнет к них, как, насколько быстро ходить в них собака. Тоже дальше сниму, покажу. И вторая посылочка. Здесь должен быть комбинезон. Так и есть. Так, ссылочки будут все под видео. Вот, как видите, идет в специальной сумочке. Это удобно. Так, здесь вот такая подкладочка, ноги на резиночке. Тут три заклепки. Капюшон на затягивающихся вот таких шнурках. Есть отверстие для поводка. Материал такой, баллонька. Должен быть непромокаемый. Стоит он недорого. Тоже примерю и покажу. Комбинезон немножечко вот здесь висит живот, так как мы очень худые. Ну, у нас вес 5,5 килограмм. Ну, так в принципе неплохо. Ну, сначала вот не хотел ходить, но буквально несколько прошло минут, он уже освоился. Если увлечь его игрой, или уже один потерял, значит плохо затянули. Получается, как на задние лапы хорошо, а на передние маловато. Ну, вообще, это такая игрушка, конечно. Вот задние ему не мешает совершенно. Бегает в них хорошо, а передние не очень хорошо держатся. Ну, может, это мы еще тоже не умеем одевать. Будем пробовать и учиться. Так, вот такой у нас комплект получился. Спасибо за внимание всем. Пока-пока.